22 августа в усадьбе Захарова пройдет 5-й семейный фестиваль под открытым небом «Традиция». Это ежегодный пикник для любителей искусства, оптимистов и интеллектуалов, весельчаков и меломанов, поклонников поэзии и современного искусства, умных родителей и любознательных детей. Главная идея фестиваля – продвижение традиционных ценностей с помощью искусства. На площадках фестиваля состоится более 30 событий. В программе спектакли, концерты, творческие встречи и развлечения на любой вкус. Весь день в парке будет звучать музыка, а в его уголках и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы. Гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.